большая, Господь, ты бесконечно благ. С вершин высоких хочу провозглашать, ты бесконечно благ, и это навсегда. Ты милостью своей наполнил жизнь мою. Вся слава нашему Господу. И давайте сейчас вместе совершим причастие, возблагодарим, прославим нашего Господа Иисуса Христа за Его великую жертву. Аллилуйя! Аллилуйя!
У нас уже все готово, поэтому заранее просто организационный момент. Еще раз напоминаем для тех, кто не знает, мы будем выходить на причастие по двум рядам, возле окошка и возле дверей. После того, как мы совершим молитву и скажем аминь, вы можете смело начинать двигаться. Аллилуйя. Господь Иисус, мы очень благодарны Тебе. Мы славим Тебя за эту большую жертву, которую Ты совершил не просто для всех нас в общем, но и для каждого из нас. За то, что Ты великой любовью возлюбил каждого из нас, когда мы еще не знали Тебя, не слышали о Тебе, когда мы были погибшими грешниками, но Ты явил такую большую милость, такую большую благодать, и Ты сделал такой большой подарок. Мы благодарны Тебе за то, что благодаря Твоей смерти, Твоему воскресению нам было даровано спасение, нам было даровано снова эта Божья семья. Мы стали частью этой Божьей семьи, мы стали детьми Бога, мы возвращены, мы больше не сироты. Мы благодарим Тебя, Иисус Христос, за то, что теперь нам стали доступны все благословения небес. И мы благословляем себя, как Твое тело, как Твою церковь. Пусть каждый день все эти благословения небес, они лучше и больше работают и проявляются в нашей жизни, потому что это нам уже принадлежит. Слава Тебе, Иисус! Аминь! Аминь! Вы можете начинать, я вас приглашаю принимать причастие, и в то время, когда вы будете принимать этот сок, этот хлеб, благодарите Господа, благодарите за все, что Он для вас завершил, за все, что Он вам даровал. Если вам нужно исцеление, благодарите Его за исцеление, принимайте свое исцеление прямо в этот момент. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, любая болезнь, любая немощь, которая до этого момента еще оставалась в ваших телах, пусть прямо сейчас навсегда уходит и больше не прикасается и никогда не возвратится к вашему телу. Во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, Иисус Христос, что ранами Твоими мы уже были полностью исцелены, и что прямо сейчас, в этот день, на этом месте, это свершается в наших телах, что прямо сейчас мы начинаем видеть, чувствовать разницу, что наше здоровье улучшается, что то, что долго не исцелялось, то, что долго мучило нас, оно изменяется прямо сейчас на наших глазах. Потому что сила Твоя здесь, и она совершает это, она делает это для нас реальностью прямо сейчас. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, что прямо сейчас Твоя сила, она прикасается семей, она приходит в семьи и совершает невероятные чудеса, совершает великое восстановление. И там, где, казалось, уже не было надежды, там, где были руины, спасибо, Иисус, что прямо сейчас происходит воскрешение, происходит восстановление отношений, за то, что приходит новое начало, новая надежда, за то, что возрождается и поднимается любовь, за то, что рождается новое взаимопонимание, которого не было прежде. Спасибо, что рождается большое желание вместе строить, вместе стремиться, вместе побеждать. Спасибо, Боже, что прямо сейчас Ты сотворяешь новые лучшие отношения, новые лучшие семьи, там, где что-то было нарушено или разрушено дьяволом. Спасибо Тебе, Господь. Прямо сейчас, Боже, мы благодарим, что Твое Царство приходит в разные сферы нашей жизни. Наше здоровье, в наши тела, в наши финансы, в наши отношения с людьми. Спасибо, Боже, что приходит Твое Царство. А там, где Твое Царство, там нет никакого зла, там нет никакой боли, нет никакого мучения. Спасибо за Твое Царство. И мы говорим, Господь, пусть Твое Царство, оно приходит, пусть Твое Царство, оно заполняет наши жизни, каждую сферу нашей жизни, Господь. Мы говорим, добро пожаловать Твоему Царству. Добро пожаловать в каждую часть нашей жизни. Аллилуйя. Слава Тебе, наш Господь Иисус. Слава Тебе, наш Господь Иисус. Спасибо, что прямо сейчас те чудеса, в которых нуждаются разные люди, кто находится в этом зале, они происходят, они случаются. И Твое имя будет через это сильно прославлено. Слава Тебе, Иисус! Иисус, Ты сказал, кто будет есть Твое тело, пить Твою кровь,
будет иметь жизнь. Мы, Господь, пьем из этих чашечек, едим этот хлеб, и мы объявляем жизнь, она приходит. Она приходит и приходит в наши тела. Она приходит и приходит. Потому что Ты дал нам эту жизнь. Ты дал нам это, и мы берем это, мы принимаем это. Спасибо за жизнь, спасибо за жизнь. Спасибо за жизнь. И скажите кому-то добрую весть. Кому-то повернитесь и скажите: ты исцелен благодаря Иисусу Христу. Это хорошая новость. Знаете, многие люди хотели бы слышать эту хорошую новость, но не слышат. Некоторые люди прямо сейчас в больнице, им говорят плохие новости. Вы больше не будете жить. Им говорят, вам осталось 2 недели, или мы ничего не можем помочь вам. Поэтому это великое вообще благословение, что мы находимся в месте, где нам говорят хорошие новости. Ты будешь жить, ты выздоровеешь. Когда тебе говорят, ты исцелен, у тебя все изменится. Это хорошие новости. Потому что так оно и будет. Так оно и происходит. Это то, что мы видим. И я многих из вас очень хорошо знаю. Я помню, когда вы год назад или какое-то время назад подходили, вы были очень разбиты болезнями, еще что-то. И я на многих людей сейчас смотрю и радуюсь, что многие вещи оставили вас, вы как будто заново родились. И я вижу этот процесс, и это здорово. Знаете, меня это ободряет в том, что у каждого что-то улучшается. И даже если где-то вам кажется, что как будто бы что-то обострилось, это перед победой. Это перед победой. Враг упирается, он не хочет отпустить. Но у нас есть сила. Это Слово Божье. Знаете, давайте еще встанем. Слава Тебе. Вся слава Тебе. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Все слава Тебе, слава Тебе. Все слава Тебе. Все слава Тебе. Благодарим. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. О, Господь, слава Тебе. Спасибо всем, присаживайтесь. Аллилуйя. Сегодня мы коснулись такой важной темы, как почтение. И для этого нужен целый месяц, чтобы открывать все эти темы глубоко. Поэтому мы просим прощения, мы можем только поверхностно, немного, чуть-чуть говорить о чем-то, чтобы просто хотя бы направить нас в правильную сторону. Это очень глубокие темы, которые нужно разбирать, каждую тему, каждое собрание. Поэтому позвольте мне еще чуть-чуть поверхностно разобрать тему почтения жены. И, мужья, для нас это очень многое значит, потому что иначе у нас будут препятствия в молитвах. И все мужья сказали аминь. Ну так Библия говорит. Помолимся. Господь,
Ты показал нам пример, как ты поступил с церковью. И это пример для нас, и меня, и нас во имя Иисуса. Пусть это произойдет быстро. Слава Богу. Как муж должен почитать свою жену? Смотрите, вот что я обнаружил. Многие семьи борются с неправильными поступками друг друга и не видят результата. Я еще раз это озвучу. Мужья и жены борются с неправильными поступками своих супругов. Они довольны поступками, они хотят изменить поступки. И поэтому они не видят результата. Но поступки – это же не корень. Это результат мышления и привычек. Я еще раз скажу это. Ты хочешь, чтобы твой муж правильно поступал или твоя жена? Ну, то, что ты видишь, это результат его воспитания, ее, которое формировалось годами, еще с детства, может быть. Это результаты мышления и образа жизни, привычек, которые закладывались в предыдущий период. И ты видишь результаты привычек. Одного ребенка научили зубную пасту после мытья, после того, как зубы чистят, ложить в баночку или там в коробочку, другой ребенок бросает прямо туда же. Это привычка. Одного мальчика мама научила посуду мыть сразу, когда он встает с стола и идет и моет посуду. Другой мальчик не приучен к этому, он оставляет посуду на столе. И когда этот мальчик становится мальчиком с большой бородой, и, то есть у которого есть жена, эти привычки, они проявляются. И потом жена пытается бороться совсем с другим. Она пытается бороться с тем, что в мальчика было заложено годами. Поэтому какой выход? Невозможно повлиять на действия, которые вызваны неправильным мышлением и неправильными привычками. Нужно менять на мышление и на привычки. Вы слышите? Есть плохие привычки, и их невозможно просто так изменить, пока не будут привиты правильные привычки. Есть неправильное мышление, оно никак не изменится какими-то уговорами, пока не будет засеяно, или, если хотите, перезаписано в голове правильное мышление. Поэтому борьба в таком случае и решение для семей, у которых есть проблемы, не решение проблем при помощи консультирования. Ну, терпи, смиряйся, ну, как-то там помалкивай. Мы просто на самом деле что пытаемся сделать, вот когда неправильно? Получается, мы просто пытаемся подстроиться под друг друга, чтобы просто не ранить друг друга. Но это же не избавило нас на самом деле от корневой проблемы в семье. Потому что можно годами смиряться и ненавидеть свою жену или своего мужа. Можно годами просто улыбаться, потому что так надо, но плакать в подушку ночью. Поэтому я вам хочу дать советы. Начиная преображение вашей семьи, думайте о перемене привычек, которые были заложены раньше. Их можно поменять не нотациями, даже не книжками по браку, там, семье. Нужно прививать в семье правильные привычки, брать хорошие пары, брать хорошие семьи, у которых привиты хорошие привычки, то ли сверхъестественно, то ли естественно, то ли они трудились сами над своей семьей, то ли это чудо произошло, у них есть какие-то привычки. Они что-то делают по отношению друг к другу, что достойно того, чтобы взять и привить. Понимаете, почему я слово «привить» говорю? Потому что иногда мы такая лоза, на которой реально росли одни, ничего хорошего не росло. И нам нужно привить нормальную ветку. Я это называю, это нормальные привычки.
Я вам скажу, мы в своей семье прививали правильные привычки. Например, я был в семье своих духовных наставников, отцов, и я вижу, как он где-то отреагировал на определенный момент в своей семье. Я беру это, приношу в свой дом и прививаю. То есть я просто беру, и когда возникает очередная ситуация, похожая ситуация, у нас нет конфликтов, мы не спорим, ничего, поэтому не думайте, что там что-то ужасное на семье происходит. То есть мы просто улучшаем и улучшаем свою семью. Когда что-то такое я вижу похожее, я беру привычку успешной семьи, моего лидера успешного, и я просто ее прививаю. То есть я еще ничего не понимаю, там еще нет корня, я даже до конца глубины не понимаю, почему это нужно так делать, но я знаю, в этой семье оно принесло успех, и я это просто делаю. Я делаю раз, два, три, и это переписывает, меняет старые мои привычки. Например, однажды, касаясь тарелок, раньше, это лет 10 назад, когда я кушал, я вставал с стола, я оставлял тарелки и шел. Это было нормально для нашей семьи, и для нее было нормально встать и помыть эти тарелки. Потому что она помощница. Потом я однажды был в доме у своего лидера, у своего духовного наставника. Я смотрю, когда он поел, он взял, собрал всю посуду, пошел и помыл. И мне это понравилось. Я посмотрел, это хорошая привычка. Это проявление, практическое проявление любви к жене. Она что, не помоет? Помоет легко. Ну а как еще я могу любовь выразить? Послушайте, любовь – это не гормоны. Любовь – это практическое что-то в твоей семье. А люди путают всплеск гормонов, когда ты влюбляешься в столб, путают это с любовью. Понимаете, когда молодежь, у них идет всплеск гормонов. Это Бог так заложил, чтобы они спаровались, ну по-простому я говорю. И если бы не было этого всплеска гормонов, тогда никто бы вообще не женился, не вышел замуж. Почему во время полового созревания идет такой огромный всплеск, они друг в друга влюбляются, это просто вот такое. Но это гормоны. И мы называем, что вот это любовь, это действие гормонов. Это называется гормональное совпадение. Ну не будем углубляться. И это для тех, кто до сих пор не женился, не вышел замуж. Некоторые из вас ждут этого же гормонального совпадения. Я скажу, расслабьтесь. Вот. Смотрите практически, если вам уже... Хорошо, если вы уже третью фотографию меняете на паспорте, я предлагаю вам более практически уже смотреть на своего супруга. Не ждать гормонального всплеска, что вы как девочка безумно влюбились и там сохли по нему день и ночь. Смотрите более практично, будет ли он с вами жить, будет ли он о вас заботиться, проведет ли этот человек оставшиеся годы с вами. Это действительно человек. Вот так смотрите. Потому что вы ожидаете вот этого, что вы глянете и упадете там прямо, а оно не получается. Вы думаете, что же это не получается? Потому что время гормонального всплеска прошло. Я не говорю, что вы не можете влюбиться, можете. Но не называйте всплеск гормонов любовью, о которой Библия говорит. Любовь – это практическая вещь. Хорошо, ушли с темы, возвращаемся. Поэтому есть вещи, которые нам нужно привить в семью. Итак, первое правило. Присматривайтесь не к служению удачных семей, а присматривайтесь к личной жизни успешных семей. Запоминайте, как они говорят. Вы скажете, ой, ты нас призываешь к каким-то вещам таким вот. Именно, поверьте, я не просто так вам это говорю, потому что мы испробовали разные способы. И консультирование, и книги, и семинары для людей. Должно быть что-то привито, альтернатива чему-то плохому в семье, что-то хорошее. И оно должно прижиться, и это станет частью вашей семьи. Было мышление, вот такое сикость-накость выкуси, и надо привить правильное мышление. Вот как Инна сегодня, она вам никакой теологии не сказала. Я думал, кто-то из вас расстроился, думали, вот это проповедь она рассказала, и законспектировать нечего. Так потому что она не пыталась вам там с еврита что-то рассказывать, где там какая йота написана. Она вам как раз объяснила, как мышление, какое должно быть у жены. А это все, это как столб, стержень. А потом наматывайте что угодно туда. Это просто стержень. Возвращаемся к мышлению. Приведу вам пример, как мыслит муж. Вот такой муж.
Это реальная ситуация. Муж говорит жене: слушай, сыра хочется. Вот, ну так хочется сыра. Ты можешь там или купить, или что-нибудь. Он так аппетит возбуждает. Она говорит: ну, не хочу идти в магазин, не будет сегодня сыра. Он говорит: ну и классно, что не будет сыра. Он, это тяжелый продукт для желудка, это на десна влияет. Жена раз на него так и говорит: ха, а какое из твоих двух разных утверждений правильное? Он говорит: ну если сыр дома есть, то первое. Если сыра нет, то второе. То есть элементарная мудрость избегать конфликты. Но этому нужно учиться. Я верю в сверхъестественное восстановление семьи. Но, друзья, вам потребуется это делать вместе с Богом. Потому что Бог не хочет ломать наши мозги. Он не хочет залазить туда с какой-то отверткой и что-то делать против нашей воли. Он хочет это сделать, чтобы мы осознали и чтобы потом могли научить детей. Потому что если мы без него это будем проходить, нам нечего будет рассказать своим детям и нечего будет рассказать другим. Мы скажем: да у нас просто чудо произошло. И вы скажете: помогите нам. Как я помогу? У меня просто чудо произошло. Поэтому Бог избирает часто путь работы в семье вместе с Ним. Он говорит: хотите изменений? Я совершу чудо в вашей семье. Давай, Господь, давайте, начнем. И вместе, втроем работают. Причем, зачитать это место из Писания. Ефесянам 5 глава, 25 стих. Потому что нам нужно поменять мышление, да, я сказал. Вот привычки и мышление. Ну, привычки, ладно, если будет время, я расскажу о привычках. Теперь о мышлении. Откройте все Ефесянам 5 главу, 25 стих. У кого нет Библии, помашите руками, двоечники. Так, еще, хорошо, спасибо. Так, Ефесянам 5, 25. Я вам расскажу что-то интересное, что вы раньше не видели в этом месте. Это будет больше обращаться к мужьям. Жены, сейчас расслабьтесь и наслаждайтесь. Мужья, простите меня сразу, я читаю. А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Да, мы все это цитируем, все нормально, читаем дальше. Он самого себя отдал за нее. Теперь здесь ключевое слово «чтобы». Скажите «чтобы». Чтобы сделать ее святой, очистив ее омовением в воде через слово. Скажите опять, чтобы ему поставить ее перед собой, как славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, чтобы она была церковью святой и непорочной. Интересно. Иисус еще до того, как церковь стала святой и непорочной, решил сделать ее святой и непорочной и заплатить за это цену. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли здесь. Он не сказал о церкви: ты негодная, некрасивая, толстая, грязная. Он сказал: я вижу тебя полную, ты полна несовершенства. И я сделаю все, чтобы тебя сделать совершенной. Он это говорил тогда, когда она еще была грешная. Я читал, это еще было до того. Он отдал себя, написано, за церковь, для того, то есть за церковь, которой еще не было, он отдал себя для того, чтобы ее вот такой сделать. Вы скажете: ну, классный Иисус, Иисус, молодец. Так, 27 стих, читаем дальше. Точно так, мужья, скажите, точно так, и мужья должны любить своих жен, любить как свое собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. Иисус сказал, что мужья должны поступать точно так, как я поступил с церковью. Что это значит? Что это мне говорит? То, что это моя задача сделать все для нее, чтобы она была без порока, без недостатка, прекрасной, славной, чудесной.
Я говорю о ней сейчас. Он сказал, вот так и мужья должны поступить со своими женами, как я поступил со своей, с церковью. Братья, не обижайтесь на меня, это нам такой вызов. Потому что мы часто говорим, Иисус, измени ее, сделай из нее славную, прекрасную. А он говорит, давай, сделай это. Заплати цены, чтобы она стала такая. Как это сделать? Как? Тот, кто любит, смотрите, точно так и мужья должны любить своих жен, любить, как свое собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. Это говорится о мужчинах. Это интересно. Моя жена – это мое тело. Давайте пофантазируем немного. Если ты заставляешь твою жену страдать, ты заставляешь страдать свое тело. Если ты не заботишься о своей жене, ты не заботишься о своем теле. И если твоя жена страдает от тебя, не думай, что ты не будешь страдать. Вот почему это, знаете, это проблема для обеих сторон. Я когда-то получил это откровение. Мне это помогло, что муж должен делать все для своего тела. Ну, мужчины, давайте правду скажем. Вы должны делать все для своего тела, чтобы вы там, мы же бреемся, да, купаемся, мы как-то следим за собой. Почему? Ну, чтобы тело было нормальным. Ну, правда так? Ну, правда, мы же не доводим себя до бомжицкого состояния. Мы что-то делаем над собой, чтобы быть лучше. Ну, правда. И Библия говорит, вот так мужчина должен как к своему телу относиться к жене. То есть, получается, я, согласно слову, должен также поступать с женой, как с своим телом. Получается, это я должен делать все, чтобы она была красивая, не уставшая, отдохнувшая, не больная, чтобы она была счастлива со мной. Это я должен сделать. А я думал, что она мне должна чего-то. Оказывается, это я должен ее такое сделать. Я реально получил это откровение однажды. Поэтому нормальный муж, правильный муж, он будет помнить, что Иисус ему сказал. Я сделал церковь. Я заплатил цену, чтобы она стала такой. Поэтому мужья не должны говорить, ты уставшая, ты бурчишь. Он должен обеспечить ей отдых. И сделать что-то, чтобы она радостная была, а не бурчала. Это не должен говорить жене, слушай, у тебя формы поменялись, у тебя висло все. Это он должен обеспечить ей нормальный отдых, отпуск, возможности посещать там, не знаю, фитнес-клуб или еще что-то, какую-то хорошую пищу кушать, чтобы она такой была. Я знаю, некоторые мужчины, может, готовы меня сейчас там, как тузик-тряпка сказать, ты не понимаешь ничего. Я не хочу долго говорить, хочу сейчас несколько практических дать советов. Вы можете не принимать их. И нормально, не принимайте. Но вы не увидите перемен. Вот я вот с вами поделюсь хорошими вещами. Вот просто запомните их. Потому что это что-то практическое. Я наблюдал за многими семьями. Много лет. Я больше 23 лет в служении. И я вот наблюдал за теми семьями. И я действительно заметил хорошие и плохие вещи. И вот послушайте. По поводу перемены привычек. Вот духовная сфера. Вот что бы вы могли поменять? Смотрите, это хорошо, когда муж активно помогает жене подниматься в служении. Это очень хорошо, делайте это. Это хорошо, когда муж и жена в одном служении, у них одно видение. Это хорошо, когда муж инициирует совместные молитвы со своей женой. Я сейчас мужчина, я вам говорю. Женщины, пожалуйста, не возьмите это как способ, чтобы потом своих мужей бичевать. Вот, вы просто послушайте. Вот, я сейчас говорю мужчинам. Это хорошо, когда муж не жалуется на супругу нигде, никому и никогда. Он разговаривает с Богом в тайной комнате о всех вещах. Это хорошо, так мужчины должны себя вести. Это хорошо, когда муж и жена посещают вместе все служения. Это очень хорошо. Это хорошо, когда муж проявляет власть и главенство. Там вы все равно не успеете записать. Это хорошо, когда муж проявляет власть и главенство не над женой, а над ситуациями, которые приходят в семью.
То есть надо свою силу проявлять перед демонами и всякими вызовами, которые бросаются в семье, а не над женой. Жена вообще не должна никогда не почувствовать никакого давления, что ты голова. Потому что, как бы там ни было, она названа твоим телом. Жене не нужна больная голова, и голове не нужно больное тело. Хорошо, когда все на месте. Давайте душевная сфера. Я не буду комментировать каждый пункт, я просто вам сейчас зачитаю. Если хотите, это мои принципы. Хороший муж – это душевная сфера. Находит правильный язык любви к своей жене, чтобы разговаривать с ней без проблем. Есть разный язык. У меня язык дел. То есть я просто говорю, это мой язык, это язык дел. Я делатель. Меня, это не язык, ко мне какие-то слова. Вот чтобы вы знали. И она это поняла. То есть мне просто сказать, о, любимый мой, там, кисюник-пусюник, такого у нас дома нету. Это не мой язык. И она его не использует. Для меня язык вот какой. Она взяла мне, насыпала еду, поставила на стол. Я счастлив. Вы знаете, я сам могу насыпать себе еду. Но это мой язык, так я вижу проявление любви ко мне. А они мусик-пусик, а я голодный. Но это просто пример. Изучите язык любви своего супруга, у вас не будет конфликтов. Не надо его переделывать. Если у нее язык любви слова, дела или там еще что-то. Хорошо, отдельная тема. Хороший муж никогда не говорит о физических недостатках жены. Никогда. О каких-то изменениях в ее внешности. Вообще забудьте такое. Это твое тело. Это значит, что ты плюешь себе в лицо. То есть никогда. Ты ответственен. Знаете, мужья, рожай меня, а потом у тебя там бока вот такие, еще что-то. Но так она и тебе, не только себе родила ребенка. И она пострадала, а не ты пострадал. Ты сделал дело, и гуляй смело. А она это все носила и так далее. Третье. Хороший муж говорит свое мнение. Я думаю, мне кажется. Они высказывают претензии и предъявляют что-то жене. Ты должна. В нашей семье мы говорим, мне кажется. Ну, я думаю, так будет лучше. Мы никогда не говорим друг другу. Вот. Я точно знаю, как делать. Или слушай меня. Дальше. Хороший муж не делит деньги на свои и общие. У нас нет тайных коробочек, там это мои деньги, это жены деньги. Потому что у нас прозрачные отношения, потому что я ее не контролирую, что она покупает. Да я ее выгоняю, наоборот, купи что-нибудь себе. Она, да нормально так, так купи что-нибудь себе, иди. Да мне так нормально все. Второе, мне перед людьми стыдно, скажут, что... Вот у нас Софийка целый год бегает в красном платье. Слушай, мы ей говорим, Софийка, нам стыдно, у тебя платье, гардероб целый, мне нравится. Говорю, ну люди посмотрят, скажут, что мы тебе ребенка бедного не покупаем ничего. Ну нравится ребенку красное платье. Вот. Ну то есть, вы понимаете, тут другая совсем проблема. Мы заставляем друг друга что-то купить и не покупаем, потому что нам это, мы этим не живем. Это барахло все. Поэтому у нас нет разных касс. И не делайте кассы разные, это уже разделение между вами. Дальше. Хороший муж стоит на стороне жены всегда и не делает чего-то, от чего жена почувствует себя плохо. Я вам скажу, вы не увидите нас, чтобы вот мы стояли, я как-то ее там опустил в ваших глазах. Никогда это не увидите. Она это не сделает по отношению ко мне. Я сейчас не говорю, что мы такие хорошие, любите нас и хлопайте. Это просто примеры, которые мы сами подсмотрели у кого-то. Во всяком случае, мы это опробовали, это работает. Просто берите то, что вам подойдет. Хороший муж не ставит пример других женщин, когда пытается что-то изменить жене. О, Боже упаси. Одна сестра, у нее постоянно были проблемы с мужем. Она вот это послушает в церкви что-нибудь, семинары какие-то, приходит к мужу. А наш пастор учит, вот, да ты меня достала уже своим пастором. И вот, и, то есть никогда такое не делайте. Хороший муж нигде не остается наедине с другими женщинами. Он устраивает только встречи, где есть другие люди. Вы скажете, а что, у тебя проблемы какие-то? Нет никаких проблем. Это просто жизненная мудрость. Потому что я знаю, что она будет до конца своих дней спокойна, что ее муж не может, это вообще невозможно, чтобы ей там изменил. Потому что муж не то, что не допускает вообще каких-то опасных вещей, да он вообще с женщинами даже в собрании не хочет рядом стоять. Всегда, чтобы кто-то люди стояли. Это ради того, чтобы она была счастлива, что знала, что ее машину никто не угонит.
Потому что она с индивидуальным ключом, который есть только у нее. Никто меня другой не заведет. Ну, это для тех, у кого современные машины, знаете, да, есть машины с чипом. Дальше. Хороший муж не сравнивает жену, ее поступки, способности готовить, кушать и тому подобное со своей мамой и бабушкой. Ни в коем случае не делайте это. Хороший муж, если чувствует, что он не в духе, он сразу объясняет это своей жене. Что я сегодня не в духе. Если что-то бурчать, пожалуйста, не обижайтесь на меня, потерпите меня. То есть проспится, и все будет нормально. Это правильно. Потому что если вы не предупредили и вас зацепили, то будет конфликт. Дальше. Хороший муж будет избегать вопросов, слов, высказываний, поступков, которые точно приведут к конфликтам. Что это значит? Вот есть темы, которые вы уже знаете, вот их лучше не цеплять. Вот что-то будет, настроение испортится, ну и все. Значит, поставьте их в черный список и не цепляйте их. Хороший муж не настраивает детей против жены. Если звонила чужая женщина, хороший муж расскажет своей жене, кто звонил и что она хотела. А зачем сказать эти вещи? Делайте это, и будет вам счастье. Когда жена, даже если которая любит своего мужа, слышит на той стороне трубки какой-то голос женский, а муж еще уходит, закрывается в ванну, разговаривает, она любит своего мужа и доверяет. Но зачем ей этот мини-стресс? А кто это? А чего он ушел в ванну? О чем он там говорит? Мне однажды позвонила одна дамочка. И я вас увидела. Я вас полюбила. Я ей сразу сказал. Ты знаешь, позвонила какая-то там тетка, говорю. Тут в чувствах мне изъясняется. Я ей сразу сказал. Так я говорю, я отшил ее конкретно. Смотрите, не должно быть, то есть, должно быть такое доверие, что даже невозможно, чтобы какой-то, кто-то о чем-то подумал что-то плохое. Дальше. Хороший муж, видя жену уставшей, устроит для нее отдых. Он проследит, чтобы помочь в чем-то, чтобы у ней был отдых. Не ходить и говорить, вот ты какая-то бурчащая, ты там не ласковая ко мне. А она, короче, забеганная дома, тебя же обслуживает. Вот. Наша задача сказать, оставь все прямо сейчас, бросай эту посуду, бросай все, отдыхаем, все, идем в лес. Или, не знаю, просто лежим в потолок, плюем, бросай все, ты устала, у тебя под глазами синяки, все. Ну, синяки, да, у нас не было синяков, но это как пример. И я вам скажу, мы боремся за отпуск каждый месяц. Я говорю, поехали в отпуск. Она, да не надо, зачем, сам поедь, отдохни. Я говорю, поехали в отпуск. Да, ну это не обязательно, не устала. Говорю, ну надо просто как-то с семьей вместе в отпуск ехать. Да ладно, зачем деньги тратить, ты сам езжай, я тут нормально все. И у нас борьба, я знаю, я должен вытащить ее в отпуск. Это моя святая обязанность, она должна быть в отпуске, в полноценном. Только не отпуск, извините, как мы устраиваем, ремонт дома делаем, или на даче там огород садим. Это не отпуск, я говорю за полноценный отпуск. Никогда не убирайте это из семьи, иначе семья пострадает. Кто-то заболеет рано или поздно из-за переутомления. Дальше. Вы еще готовы немножко пунктов прослушать? Хорошо. Три человека сказала, да, спасибо. Это хорошо, когда муж не устраивает допросов и разборок за потраченные деньги. Он находит юмор во всем этом. Вот, мужья, вот этот пункт очень внимательно еще раз прослушайте. Это теология очень, очень глубокая. Хорошо, когда муж не устраивает допросов и разборок за деньги, но находит в этом юмор. Смотрите, бывает такое, жена чуть-чуть лишнее потратила. И как бы логика говорит, ну, можно было чуть меньше. Зачем вам еще один стресс? Вы поняли? И так есть стресс, она уже их потратила. Зачем вам второй стресс вариться в этом? Нужно быть мудрыми. Нужно найти в этом юмор. Нужно просто там, ну ладно, аллилуйя, классно, будет теперь у тебя там эта штука. Ну и ладно, ничего, классно. Тебе нравится это, да? Ну и классно. Эмоции.
Это хорошо, когда муж говорит, куда идет, когда вернется, а затем, когда возвращается, рассказывает, где он был. Это очень хорошо. Дальше. Хороший муж встречает у двери жену и провожает ее. Кстати, здесь советы и для жен тоже хорошие есть. Ну, вы тоже можете, да, наоборот, можете применять. Хороший муж встречает и провожает жену у двери и благословляет ее всегда. Вы скажете, мелочь. Вот так укрепляет семью. Хороший муж сам заботится о здоровье своей жены. Молчание. Ну, я вам скажу честно, я уже около 20 лет воспитываю в нашей семье культуру здорового образа жизни. Две причины, почему. Первая причина, ну, я и сам не хочу болеть. Вторая причина, я не хочу на старость лет доглядать ее больной. Вы поняли смысл? Вы должны сейчас об этом думать. Зачем второй стресс подсказывать? То есть это сейчас нужно делать. Если вы сейчас не будете заботиться о здоровье своей супруги, вы в будущем выгребете. Поэтому лучше сейчас. Хороший муж сам заботится о своем здоровье. Это тоже интересный пункт. Чтобы в преклонных годах не стать бременем для своей жены. Я должен быть, то есть каждый мужчина, сильный в семье. Нам нельзя лежать болеть. Нам нельзя быть тряпкой, когда жена за тебя ходит, тебе компрессы на голову ложат. Мы должны быть сильными в семье. Мы должны в семью все покрыть, защитить и переть как танк, и чтобы нас ничто не остановило. Сильная, здоровая, сильная, крепкая семья. Должны так начать, или даже начали плохо, но, во всяком случае, дойти до конца вот так вместе и здоровыми пойти на небо. Чтобы не произошло потом какую-то, знаете, есть смешная история, которую многие знают, когда муж и жена на здоровом питании вместе годами были, и жена такая вот мужа постоянно заставляла, давай, ешь эту морковку, ешь эту брокколи, он, нет, не хочу. И вот это вот годами вот так вот лаялись вместе, но зато долго жили. И потом попали на небо, в раю, счастливые. Вот она, дорогой, мы здесь, он ее стукнул. Ты что, за что? Если бы не твоя диета, раньше были бы здесь уже. Но это мирская история, не будем ее применять к нам. И последнее, о душевной сфере, и перейдем в интимную сферу. Хороший муж заботится о своей внешности, чтобы жене не стыдно было с ним находиться в обществе. Друзья, это тоже пункт интересный. Сколько раз мы видели, муж идет сзади, волочится за женой, а жена идет, ну, такая нормальная вся одета, а муж торбу сзади несет. Или есть обратная ситуация. Муж такой, извините, сексапильный идет впереди, ноги вот так вот, а жена сзади кульки, самые большие, которые есть там, вбили, еще где-то тащит. И сумка еще на каблуках. Ну, вы видели, да, такие ситуации? Поэтому вот то, что я даю совет однозначно, муж должен заботиться о своей внешности, чтобы жене не было стыдно, что какой-то колхозник сзади бредет, чтобы вместе вписываться нормально. И теперь интимная сфера, 8 советов. Кому здесь до 16? Да ладно. Тебе? Давайте на детское служение. Не, я хорошо скажу, я не буду никого ставить в неловкое положение. Интимная сфера. Полная тишина. Внимание. Хороший муж не обнимает и не целует других женщин. Вы можете не соглашаться. Целуйте и обнимайте. Но я вам говорю, лучше, чтобы вы не обнимали и не целовали других женщин. Он также не позволяет другим целовать его, обнимать или прикасаться к интимным местам. Скажите, о, ну как же объятия?
вот послушайте, будет вам благо. Я с сестрами, знаете, как общаюсь? Можно я на дочери покажу? Вот. Самое то, что я позволяю, это вот. Если там совсем женщина уже летит уже, я понимаю, уже не остановлю ее. Но я, в всяком случае, я руки вперед выставляю. И вы скажете, у тебя какая-то проблема в этой сфере, вот это такое. Да нет, у меня как раз нормально все, никаких проблем нет в этой сфере. Я просто знаю, что нужно делать. Я просто знаю. Я знаю, что она будет счастлива, зная только то, что я женщину не подпущу на расстояние 50 сантиметров к себе, чужую. Она это знает. Я думаю, ей от этого будет приятней, нежели она где-то увидит меня, что я с кем-то там, или за ручку с кем-то стою. Как ей будет приятнее, скажите? Да спору нет, как ей будет приятнее. Знать, что наоборот, я холодна к чужим женщинам. И я им говорю, не надо меня обнимать, пожалуйста. Это правда? Вы знаете некоторые. Я с вами не обнимаюсь, извините. У меня есть моя одна, единственная любимая, я с ней обнимаюсь и все остальное делаю. Спасибо. Тут просто долго объяснять. Мы очень много консультировали людей, которые говорили, что я, когда дотронусь до женщины, или когда женщина подходит ко мне в церкви, берет мне руку на ногу, ложит и так далее, говорит, человек, у меня все крышу рвет, я не знаю, меня тянет. И мы обнаружили, что это рвет у некоторых действительно головы. Так зачем тогда такую культуру прививать? Второе. Хороший муж не позволяет другим женщинам заходить домой, если жены не дома. Он решает эти вопросы в коридоре или говорит, придите в другой раз. Вы не докажете потом соседям, которые смотрят в глазок, что этот человек просто приходил тебе отдать какие-то файлы. Они скажут по-другому. Они скажут, я им насолю. Они встретят вашу жену где-нибудь, когда-нибудь возле мусорника там или где-нибудь. И скажут, как между прочим, хочу сказать, что к твоему фифочка одна заходила. Да. И он пустил ее домой, и я не знаю, чем они там занимались. Вот так вот и скажут. Хотя этот человек может выйти через минуту. Но мир полон зла. И будьте мудры. Иногда мы такие комические ситуации. Я открываю дверь женщины, реально сумкой, вот так в дом прямо. И мне приходится, она, подождите. Она, а я хочу поговорить, вот, хочу, расскажите мне, у меня какая проблема есть. Я говорю, извините, у меня жены нет дома. Ну и что, ну а что мы тут плохого чем-то будем заниматься? Я говорю, не извините, говорю, я не хочу с вами о чем говорить. У вас любви нету. Говорю, у меня есть любовь к своей жене. Поэтому, пожалуйста, в другом месте. Следующее. Хороший муж не заходит в дом чужим женщинам и не остается с женщинами наедине. У нас правила из церкви. У нас есть разные комнаты в здании, которые у нас. И мы всех служителей научили. Мы понимаем, что вы о Господе говорите, и кто-то хочет поконсультировать кого-то. Не оставайтесь никогда с противоположным полом в одной комнате. Хороший муж не делает комплименты другим женщинам в присутствии своей супруги и без нее. О, с этим вы будете спорить со мной. Все нормально. Я говорю вам не о профессиональных комплиментах, а о специфичных комплиментах. Это нормально сказать рабочие комплименты, технические. Ты хорошо справляешься. Молодец. Ты хорошо ведешь работу. Ты хорошо устраиваешь это дело. Это совсем другое. Но совсем другое, когда мужчины, они жен дома. Ты ходишь в драном халате. Да ты мне слова никогда не скажешь хорошего. А на работе женщинам сливки изливают. О, вы так... Наташечка, выглядит так хорошо сегодня. Пятое. Хороший муж проявляет инициативу для восполнения сексуальных потребностей жены. О, это серьезная тема. Хороший муж проявляет инициативу для восполнения сексуальных потребностей жены. Я не буду комментировать. Далее, хороший муж никогда не использует близость как инструмент для мести, протеста или манипуляции.
Ну, кстати, женщины тоже, вот, берите себе что-то в этом. Есть тут для всех полезное. Хороший муж не обвиняет жену в нежелании близости, но ищет разные пути и способы пробудить в ней интерес к близости. Это часто к нам с такими проблемами обращаются. И последнее. Хороший муж делает все, чтобы его жена знала, что она в него единственная, и другой не будет и не может быть. Тут хорошо бы сказать аминь. То есть это муж должен сделать все, чтобы жена жила с такой мыслью. Мой муж, этого никогда не может быть. Вообще. Ты должен делать все, чтобы так было. Давайте встанем наши ноги, хочу помолиться. Знаете, какие-то вещи вы слушали и, может, говорили, ну, вот это не обязательно, вот это не обязательно, вот это мне не подходит. В принципе, да, выбирайте. Но я вам даю гарантию, если вы приведете правильные привычки, вы увидите большие перемены в вашей семье. Откуда я это знаю? Потому что мы на себе что-то испытали, и мы увидели, как другие люди меняли привычки в семье. И семья становится лучше. Я знаю, что у вас сейчас много вопросов. Я знаю, некоторые из вас говорят, о, если бы ты знал мою жену, если бы ты знал, ты бы по-другому заговорил. Я все знаю. Но вспомните самое начало. Есть неправильное мышление и неправильные привычки. Это все можно изменить. Нужно просто поставить цель и начать это менять. И кину в заключение ложечку дегтя, бочку меда. И даже если вы все сделаете правильно, и вот эти все пункты исполните, ну вы будете идеальным супругом, а ваша вторая половина все равно будет. Все равно это победа, радуйтесь. Потому что вы свою часть сделаете, вы уберете уже большую часть проблемы. И останется что-то еще немножко доделать, что-то из другой серии что-то, какой-то другой инструмент, и произойдет чудо. В любом случае это полезно. Давайте закроем наши глаза, я хочу молиться сейчас. Можно мне, ребята, музыканты, кто-то на сцену? Я хочу высвободить помазание сейчас на то, чтобы, как вам объяснить, чтобы Бог дал благодать всем нам на вот это желание что-то поменять в семье. Это нужно огромное желание. Мужья, например, я вам говорил что-то о посуде, да? Это такая мелочь, но это нужно желание. Наш процесс, вот, вообще очень хорошо всегда жили, но процесс глубокого преображения семьи у нас начался очень давно, и вот с чего я лежал. Многие слышали эту историю, но она показательная. Я лежал и читал Библию, я просил, почему моя жена не приходит к Господу? Она через 3 года пришла, я пришел потом, она, почему не приходит к Господу, Господь? Я тогда очень близко был с Богом, очень. Я просто был поглощен им, и мне вообще не интересно было ничто вокруг. То есть я очень хорошо слышал его голос, и я читал Библию. Почему? Почему она не приходит, Господь? Что я делаю неправильно? Что я делаю не так? И я услышал этот голос, который я хорошо знаю. Брось сейчас Библию и пойди и помоги по домашним делам на кухне. Отойди от меня, сатана. Потому что она сама все делала, она не просила. То есть она нормально все сама делала, даже меня не просила. Я занимался своим делом, Библию читал, она по кухне там занималась. Я подумал, это сатана. Я 2 раз слышу. Брось сейчас чтение Библии. Пойди прямо сейчас и начни что-то делать. Я говорю, ей ничего не надо, говорю, она сама все делает. Ты хочешь, чтобы она спаслась, пришла ко мне? Да, сделай то, что я тебе говорю. Поверьте, духовному человеку, когда такое слышит, это кажется бредом, это кажется плотью, это кажется желанием просто твоих мыслей. Я пришел, я помню тот день хорошо, это был переломный момент. Я пришел на кухню, и знаете, крутюсь возле нее. Она сама все делает. Я, давай я посуду помою. Да не надо, я сама помою. Я, давай, ты уже не помнишь этого. Давай я уже поподметаю. Не надо, я уже подмела. Я думаю, что еще сделать? Давай уже тарелки на столе поубирают. А тут так все нормально, не надо. Думаю, что же делать? Вроде получил откровение, иди что-то делай, что делать?
Я помню, все равно что-то схватился, что-то там тер морковку, кажется, на терку, что-то такое, я помню, что-то делал. Или картошку. А, картошку, да. О, вы знаете эту историю лучше, чем я. А откуда вы знаете все так? И, да, картошку, точно. Точно, очистил картошку. И вот с того момента у меня перелом произошел. Вот. Она потом через месяц буквально покаялась и пришла к Иисусу. И у меня произошел перелом, я понял, что надо что-то делать практическое. Я хочу молиться, пусть придет желание что-то поменять. Давайте сегодня заразимся этой идеей, стать идеальными мужем и женой. Вот давайте, вот вы сейчас уйдете с этого собрания через часик, будете ехать домой, и пусть у вас эта мысль не дает вам покоя. Так, я сегодня другим вернусь. Так, сегодня будет у нас такой вечер. И сегодня что-то будет по-иному. Так, мы сегодня пойдем пиццу вместе есть. Жена скажет, как, почему, какой праздник? Никакой, просто так, идем есть пиццу. Может быть, жена мужа удивит сегодня. Он придет домой и не увидит ее снова в дрянном, замасленном халате, растрепанной. Знаете, жены отдают на работе все самое лучшее сотрудникам, а мужу оставляют объедки. Домой приходят, все это снимают, все это стирают, смывают. И чужие мужики видят на работе жену всю сияющую, улыбающуюся, а дома муж получает второй сорт. Хорошо, если второе, то уже и гнилушки. Я никого не хочу обидеть, я просто говорю, может, кто-то из вас решит удивить сегодня мужа. Он придет, а вы такая вообще совсем другая. О, Господь, я молюсь, пусть придет это помазание, пусть придет это желание на перемены. Я знаю, многие люди пробовали. Я знаю, многие люди, которые меня слышали сегодня, для них это елей, а для них это боль. Я знаю, для них это было как скальпель по сердцу, потому что там очень тяжелые отношения. Но я знаю, ты меняешь все. Ты Бог, который изменяет все. Поэтому я прошу, пусть твоя любящая рука, она залечит всякие раны. И я прямо сейчас освобождаю исцеление. И я вам говорю добрую новость. Нет семей, которые невозможно восстановить. Богу возможно все. И давайте на это настроимся. Хорошо? Не нужно другую статистику. Не нужно говорить, я знаю вот сестру, они вот развелись. Не нужно это. Давайте думать о другом. Бог может изменить. И давайте этим будем жить. Господь, пусть придет это огромное желание стать супер мужем, супер женой, супер папой, супер мамой. Боже, пусть придет это желание начать внедрять правильные вещи. Пусть придет это желание ко всем нам хоть на чуть-чуть стать лучше, стать теплее, стать добрее. Пусть это придет сегодня во имя Иисуса Христа. Пусть это придет во имя Иисуса Христа. И сейчас мы сделаем вещь, которая не пугайтесь, может, вы никогда такого не делали. Сейчас попрошу вас, это очень нужно, мужья, это очень нужно женщинам. Мы не будем возлагать рук, просто, но если вам не сложно, повернуться где-то, ну, потянуть свою руку какой-то женщине, которая рядом где-то, не пугайтесь, не переживайте, просто сказать, я благословляю тебя, чтобы ты была в жизни благословенно, чтобы у тебя была хорошая семья, я благословляю, чтобы у тебя было хорошее будущее. Нам нужно благословить, давайте это сделаем. Я благословляю, просто скажи, я благословляю тебя, чтобы ты была счастлива. Я как представитель мужского пола, я благословляю тебя, чтобы ты была счастлива. Я благословляю тебя. Женщины женщин благословляют, смотрю, мужчины мужчин, ну тоже неплохо. И давайте наоборот, женщины, протяните свою руку к мужчинам и скажите, я благословляю тебя, брат, чтобы у тебя была хорошая семья, чтобы ты был хорошим мужем, хорошим отцом, хорошим сыном. Я благословляю тебя. Пусть женщины, которые вокруг тебя, твои женщины, твоя семья, пусть они будут счастливы с тобой. Я благословляю тебя во имя Иисуса Христа. Давайте закроем наши глаза еще.
Дух Святой, Дух Святой, коснись меня, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, коснись меня, Дух Святой. Нам просто нужно, чтобы Он это посеял у нас. Коснись, коснись, коснись меня, Дух Святой. Коснись. Давайте еще господин. Коснись, коснись, коснись меня, Дух Святой. Измени меня, измени. Измени. Святой, коснись, коснись, пусть зародятся эти ростки, эта надежда пусть зародится, что все может измениться. Я прошу, пусть ростки эти зародятся, эти семена, пусть это зародится в мужьях и женах, пусть это зародится, это огромное желание. О, во имя Иисуса, я вас благословляю, я вас благословляю. И пусть Бог всемогущий совершит чудо в вашей семье. Принимайте прямо сейчас эту молитву. Я говорю, пусть чудо произойдет. Я высвобождаю чудо в вашу жизнь. Если вы не имеете мужа и жены, я вас благословляю. Пусть появится муж и жена, чтобы вы нашли друг друга, чтобы вы повстречались. Если вы на грани развода, я вас благословляю, чтобы вы соединились вместе, и чтобы ушло это разделение во имя Иисуса. Если у вас тяжелые отношения в семье, я вас благословляю, чтобы произошло соединение во имя Иисуса. Я вас благословляю. Если у вас хорошая семья, я вас благословляю, пусть она станет еще лучше в могущественное имя Иисуса Христа. Давайте сделаем исповедание. Господь, мой супруг, он заслуживает лучшего. И поэтому я принимаю решение меняться ради моего супруга, супруги, во имя Иисуса Христа. И давайте Господу нашему всемогущему дадим славу за то, что Он поможет нам. Аллилуйя! Присаживайтесь, благословенные. Сейчас мы еще немножко, буквально 10 минут, мы еще одну тему коснемся. Что-то должно измениться внутри нас. Культура почтения должна подниматься у нас. Почтение друг к другу, к присутствию Господа, к Его силе,
почтение к людям нуждающимся, почтение к мужьям, к женам, почтение к родителям, к руководителям на работе. И у нас была сегодня еще одна тема, но мы ее не можем вам сегодня преподать из-за отсутствия времени. Почтение к руководителям на работе. Я вам просто один штрих скажу. Я был одним из самых лучших работников, которые, ну, которых я только вообще видел на работе. Потому что у нас был коллектив, где директор был очень строгий, и все получали каждый день. Я был самым зефир в шоколаде. Я получал самую большую зарплату. Меня директор лично подвозил на служение, когда я опаздывал. И, то есть директор компании крупной. То есть, и он мне позволял на любые конференции ехать. Многие вещи делать. Знаете почему? Потому что я его почитал, и я проявлял это почтение при всех людях. Я не лизебил, я не лицемерил, я его действительно почитал, и Бог сделал так, что он, то есть он приходил и просто вот так вот, он просто давал прочуханки, смотрел на меня, улыбался, проходил мимо и давал дальше прочуханки всем. Ну, мы были руководящий состав, мы приходили на планерки. И вот какое бы ни было настроение, вот я был всегда благословением. И это повлияло на то, что это повлияло на весь коллектив. И весь коллектив телекомпании, они сейчас верующие, у них христианские передачи. То есть это началась мирская передача, и это хорошая была закваска. И я, знаете, вот рад, что они вот теперь не боевики, не ужасы показывают, а всякие христианские передачи и так далее, и так далее. Вот. Ну и слава Господу. Вот. Маленькое объявление, такое очень духовное, имеющее уши да услышите. У нас есть пасторская группа. Это помощники пастыря. Это люди, которые знают все то, что пастор, и делают все то, что делает пастырь, которые способны вести церковь. И я в этом году имею откровение от Господа сформировать полностью группу 12 человек. То, что я сделал в Костромейске, но потом половина людей приехала сюда, половина осталась там. И поэтому я сейчас в процессе подбора и поиска людей для пасторской группы. Вот. Это люди, которых, ну, моя цель, чтобы с них выросли международные служители, чтобы с них выросли люди, способные вести церковь, движение, любые конференции проводить, разбираться во всем. То есть это то, чем мы занимаемся. И я сейчас внимательно смотрю на всем. Я просто хочу вам это озвучить. Я сейчас присматриваюсь к многим людям, что они делают, как они говорят и так далее, и так далее. Поэтому я просто вам хочу сказать, что будьте аккуратны, будьте внимательны и не теряйте зря время. Это все, что я хотел сказать. Вот. Кто еще даст 10 минут на то, чтобы у нас еще собрание продолжалось? Спасибо. Спасибо. Я хочу пригласить человека Божьего Павлу. У нее хорошее чудо произошло в ее жизни. Знаете, никто из вас не знает, что у него было с родителями. Это просто, ну, ад на земле. И поэтому, если кто-то из вас думает, что у вас ад, есть более глубже круги ада. И, знаете, она одержала очень много побед в этой сфере. И очень будет полезно то, что она поделится. Это кратненько, 10 минут буквально, но послушайте, это вам поможет. Мы благословляем тебя, поделись тем, что ты пережила, как это повлияло на твою жизнь. Хорошо? А почтение к родителям. Слава Господу! Приветствую все! Давайте помолимся, чтобы услышать просто это слово. Это как дополнение к тому, что сегодня говорится о культуре почтения. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за это время, когда мы можем слышать правильные вещи, Господь, и мы можем, Господь, влаживать их в наши сердца. Мы благодарим Тебя за то, что Ты формируешь из нас тех людей, которых Ты хочешь видеть, Господь. И мы будем большим благословением для разных поколений во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу! Я супердуховного ничего рассказывать не буду. Я, ну, старалась, но это очень простые вещи. Я зачитаю несколько мест Писаний, которые говорят одно и то же. Исход, 20 глава, 12 стих.
«Почитай своего отца и мать, чтобы тебе долго жить на земле, которую дает тебе Господь твой Бог». Следующее местописание, Новый Завет, Матфея 15:4. «Почитай отца и мать». Дальше не хочется читать. «Кто злословит отца и мать, то должен быть предан смерти». И одно местописание – это то, что Иисус говорит о своем Отце, о Отце Небесном. Это Иоанна 8:49. «Я неодержим, — ответил Иисус, — я чту моего Отца, а вы бесчестите меня». Это когда Иисуса спрашивали, какой силой Он это делает. И Он здесь сказал, что «я чту моего Отца». В Новом Завете, я проверила по Слову Божьему, в Новом Завете Иисус и ученики было сказано 7 раз о том, что «почитай отца и мать». И то же самое слово было в Иоанна 8:49, когда Иисус сказал о себе: «я чту отца моего». Слово «почитать» с греческого, оно означает оценивать, определять цену, чтить, почитать, уважать, оказывать почесть. Когда я пришла к Господу, это было много лет назад, я еще училась в университете. Первое, что мне Господь сказал, когда я находилась у родителей, когда я изучала Слово, я первое, что услышала, что Он меня попросил почитать моих родителей. У меня родители, отец, он не русский, он греко-татарин, мама русская. И я жила в сельской местности, где много-много поселений было греко-татар. И они с детства меня воспитывали в культуре, что мы должны почитать старших, мы должны уважать родителей. И я это принимала как за правило, которое должна была исполнять. Но я никогда не задумывалась о важности этого. И бывали моменты, когда обманывала родителей, когда сердилась на родителей, когда они делали не так, как мне хотелось, не тогда, когда мне это хотелось, просили меня какие-то вещи, которые мне неудобно были делать. И так далее. Был процесс целого воспитания. И оно внутри где-то набралось, накопилось и где-то твердо лежало. Хотя я считала, что я почитаю, уважаю родителей, я почитаю, уважаю старших. И первую просьбу, которую Господь ко мне сказал, почитай своих родителей. Была ситуация, когда я их просила очень сильно об одной поездке. Это была христианская поездка. Они мне сказали: мы не можем сейчас тебя отпустить, ты нужна нам здесь. Я помню, стояла в огороде, в малине, плакала Бога. Бог мне говорит: почитай своих родителей. И для меня эти слова означали, что я должна физически помогать своим родителям. Я делала это, делала физически, но сердце мое не понимало этого. Когда я пришла в благословение отца, после того, как Бог коснулся меня, и я действительно сверхъестественно родилась свыше, первое, что попросил меня Господь, Он сказал: почитай своих родителей. Я не замужем, я жила одна, у меня есть родители, и, естественно, это мои ближайшие родственники были. Родители живут в сельской местности. Когда я приезжаю, у нас большой очень огород, у нас большой участок земли, у нас большой дом, всегда много работы, начиная с 6 утра и до позднего вечера. И первое время, когда я приезжала, я не понимала очень многих вещей, но я приезжала, мне Господь говорил: почитай своих родителей. Наставники мне советовали: не возмущайся, молчи и просто делай в смирении то, что они говорят, просто выполняй. Было много разных вещей, духовных вещей, которые в них поднимались, потому что я ходила в церковь, и то, что в них, они неверующие люди, то, что в них, оно поднималось и добавляло еще, будем говорить, разных специй в отношениях. Я приезжала от них раненная. Я приезжала, у меня болело сердце, у меня не физически, душевно болело. Со мной не разговаривали, мне не уделяли того, чего я ожидала от родителей, того, чего я читала в Библии,
того, чего я хотела получать от родителей. Хотя они очень сильно любят меня и очень сильно заботятся обо мне. Но я не понимала этих вещей. Я снова и снова приезжала к ним, я снова помогала молча. Были дни, когда я просто приезжала, я только говорила им «здрасте», говорила им «до свидания» за выходные дни. И все остальное время просто «мама, что делать?» Она говорит «иди убирай там, делай вот это, делай это». В отношениях, в общении не было никакого прорыва. И я делала это снова, снова. Я приходила к Богу, я говорила: «Бог, Он в течение недели исцелял мое сердце, пока я была с Ним, пока я была наедине в своем доме». Но когда я приезжала снова на выходные к родителям, начиналось то же самое. И я звонила тогда своему духовному наставнику, я спрашивала: «Я не могу, я не выдерживаю, мне страшно было домой ездить, потому что я получала очень большие раны». Отец вспыльчивый, мама была после операции, операция была длительная, после наркоза у людей тоже характер меняется. И я молилась. Однажды Господь сделал такое чудо, необычное для меня чудо. Я молилась и просила: «Господь, покажи мне родителей таких, каких ты создал на самом деле». И я находилась у себя дома, в один момент в молитве Бог меня поместил в физически видимый шар радиусом где-то от 3 до 5 метров. Вот я не знаю, сейчас есть воздушные шары такие, на которых катаются, на водоемах, по телевизору показывают. Вот где-то физически я видела себя в таком шаре. И на тот момент я должна была поехать к родителям через несколько дней. И я шла по улице, я заходила в транспорт, все люди, которые попадали в этот шар, у них выражение лица менялось, они просто, просто обмякли, они наполнены были любовью, и меня переполняла любовью. Я не понимала, что происходит, но я понимала, что вот этот вот круг – это что-то особенное. И с этим кругом я через несколько дней поехала к родителям, я его физически видела, просто проявлено. Я приехала к родителям, мама сдалека меня с порога, когда заходила во двор, она встречала недобрым взглядом. Но когда родители попали в этот круг, в этот просто радиус, с ними что-то произошло. Я своих родителей в жизни такими не видела. Полностью вот то, что было не от Бога, оно как будто просто исчезло в них. Они были такими, какими я их действительно мечтала видеть и какими я представляла, что должны быть родители. Это происходило 2 дня. Если папа куда-то шел, папа хотел, чтобы я просто рядышком побыла. Если мама куда-то шла или просила что-то делать, она просто просила побыть рядом со мной. И эти 2 дня я просто наслаждалась от того, что они наслаждались моим присутствием. И мне было это очень приятно. И с того момента, когда я вернулась домой, мне Господь, Он просто проговорил, что такое почитание. И Он проговорил мне о том, что я ожидала, что с ними что-то изменится, с ними что-то произойдет. Но Он каждый раз, Он меня наполнял любовью. И однажды просто мое сердце, оно начало говорить: «Я хочу любить своих родителей, я хочу их почитать, я хочу их уважать». Что-то произошло из-за наполненной любви, а это было не за один год. Из-за наполненного сердца любовью я оценила то, что я на самом деле имела. Потому что почитание, одна из вещей, одна из интерпретаций, что такое почитание, это оценивать, это поставить цену. Я имела родителей, они заботились обо мне, они практически являли свою любовь. Они могли мне кучу продуктов привезти, они могли приехать домой, купить то, что мне необходимо дома, даже если я не просила. Но я ожидала от них слова любви. Они другим языком просто отвечали мне. Они были воспитаны в другой атмосфере. Они не были воспитаны, где мама, папа говорят своим детям «люблю», но они практически являют эту любовь. И у меня были родители, но я думала, что это самые плохие родители. Но когда пришла любовь в сердце, и она шла после практических действий, Бог снова и снова Он вкладывал в сердце, Он говорит: «Почитай, почитай». И пришел момент, когда я просто пришла к родителям, они не изменились. Но я пришла к ним, и я чувствовала такую любовь сильную. И слово «почитание» для меня это было что-то самое ценное, самое важное, что я испытывала к своим родителям. Однажды у меня была такая проверка, очень сильная проверка. Это когда уже Бог наполнил моей любовью, и Он утвердил эту любовь. Я приехала к ним домой, и один из родителей был не в настроении. Мы находились на огороде, ему не понравилось, что я не так какую-то грядку выкопала. И папа, он просто начал
сквернословить и очень, ну, очень плохие, очень обидные слова он высвобождал в мою жизнь. И я в этот момент стояла и смотрела, и за ним стоял Иисус. И я просто, ну, меня так переполняла любовью к Отцу. Он стоял, высвобождал негатив в мою жизнь, хотя я знала, что Он меня любит в этот момент. Он просто, вот сейчас проявился у Него характер, вот сейчас проявились эмоции. Но я стояла, я могла только сказать, как я люблю тебя. Он покричал, я стою улыбаясь, а я Иисуса за ним вижу. Я стою улыбаясь, он говорит, чего улыбаешься? Я говорю, пап, ну у меня же такой же характер, ну смысл мне отвечать тебе тем же. Я говорю, у меня же тоже вспыльчивый характер, я тебя люблю. Я говорю, я же такая же, как и ты, пошли дальше делать работу. И я просто, и моментально настроение, оно все исчезает. За это время, когда я научилась проявлять к родителям любовь, мои родители стали размышлять о том, куда я хожу, почему я хожу в церковь, почему я, ну, приезжаю и делаю то, чего в какие-то моменты мой брат не делал. У них было сравнение, у меня есть брат родной, и мы по-разному являлись любовью к своим родителям. И они задавались вопросом, мама говорит, я по ночам не могла спать, я, говорит, не могла понять, почему один так делает, другой так делает, в одной семье воспитаны были. И все время это было для них практически... Я им не говорила о церкви, они очень строго были настроены против церкви. И я просто приезжала и являла любовь. И я благодарю Бога за то, что Он мне подарил моих родителей. Когда я начинала путь с Богом, я просто знала, что у меня есть родители, что я воспитана почитать их, но в моем сердце не было такой сильной любви и оценки тому, что на самом деле мне подарил Господь. Но каждый раз, когда мне Бог говорил, почитай, и я из-за любви к Отцу Небесному, из-за любви к Иисусу, я просто делаю этот шаг. Я делаю снова шаг. 5 лет я это делала. Я делала снова этот шаг, и я не понимала. Он мне говорит, люби. И я видела, как мои отношения с Иисусом и с Богом Отцом, они меняются. Я видела, как я Бога Отца познаю намного лучше, намного больше. Он ближе стал. Я с ним легко могла разговаривать. И он мне снова говорит, почитай своих родителей. Каждый раз, когда я приезжала. И пришел момент, когда я просто оценила тот подарок, который мне Иисус дал. Он мне дал возможности через почитание, через помощь им понять, насколько это для меня благословение, насколько это ценный подарок, который он мне в жизни дал. Я не ценила этот подарок в своей жизни. Когда я поняла, какой подарок дал, я настолько сильно люблю родителей, вы себе не представляете. Для меня это очень сильное, ну, переживание, может быть, как для девочки, как для женщины. Родители – это для меня, ну, очень ценное, очень важное. Я в церкви через почитание родителей, когда начала рождаться любовь к ним, как к старшему поколению, я в церкви стала замечать старшее поколение и подходить к ним и проявлять просто любовь, просто как дочка, прийти где-то обнять их, прийти просто посидеть с ними рядышком, поговорить. Они тоже нуждались в том, чтобы я просто как дочка к ним пришла и где-то им такое же внимание проявила. Это было большим благословением для меня и для них. Я получала очень много молитв и благословений, как родительских, как за меня женщина старшего поколения, они молились как за дочку. Когда я подходила к своему возрасту, мы друг за друга, вот как за ровесников молились. Но когда к старшему подходила, для меня это было большое благословение просто побыть рядом с такими людьми. Потому для меня родители, почитание к родителям – это большое благословение. И сейчас есть большой результат этому. Это то, что мои родители, они уже с уважением относятся к церкви, они с уважением относятся к Богу, не вот так вот Богу. Они моему брату говорят о том, что тебе нужно обращаться к Богу. Тебе нужно идти к Нему, тебе нужно наполняться этой любовью, тебе нужна эта любовь. Родители, молясь за Него, Он находится на большом расстоянии, они уже сеют эти слова Ему. Я благодарю Бога за это приобретение, которое Он мне дал, оценить то, что на самом деле я имею. И я благодарю Бога за то, что это позволило мне приближаться к Нему, это позволило оценивать те дары, которые, ну, Бог дал. Потому что мы очень часто не оцениваем того, что Бог нам на самом деле дает. Мы очень часто можем задуматься, когда мы что-то теряем. Но я благодарю Бога, что Он мне дал это оценить, когда они еще живы, когда я могу к ним проявлять любовь, когда могу приехать и покопать им огород, когда я могу, пусть небольшая сумма, которую я имею там в месяц, я могу от нее отделить и привезти подарок им. Они имеют финансы, они имеют возможности, но они так радуются, когда я что-то даже маленькое привожу им.
И я вчера родителям позвонила и спросила, что для вас означают вот эти маленькие подарки. Они говорят, для нас означает, что ты можешь подарить что-то, ты можешь что-то приобрести самостоятельно, не тогда, когда мы тебе помогли, не тогда, когда мы видим в этом большое благословение. Мне вчера было интересно задать этот вопрос. И потому у вас есть родители, у вас есть старшее поколение в ваших семьях. Независимо, имеют они много или имеют они мало, когда вы будете заботиться о них финансово, когда вы будете заботиться о них практически, вы будете переживать сильнейшее благословение во всех сферах. И также, когда я узнала о том, что мышление меняло, я раньше не заботилась о родителях финансово. И когда однажды мне духовные наставники, они просто рассказали свое свидетельство о том, как они заботятся о своих родителях, для меня было большое благословение начать это делать к своим родителям. Финансы не принимают, я приезжала и покупала то, что им нужно, то, что необходимо. И они очень сильно радовались. И у меня просто небесные каналы открывались, я получала обеспечение в других небесных источниках. Потому это действительно это большое благословение. Слава Господу! Я верю, что это простые вещи почитать родителей, но это очень большое благословение. Это очень большое благословение, в первую очередь для вас и для ваших родных, и в церкви, когда вы приходите, и у вас есть эта любовь к старшему поколению, есть любовь и почитание к родителям, поверьте, вам захочется почитать брата, в котором вы видите папу, вам захочется почитать сестру, в котором вы видите маму, потому что они вам будут напоминать ваших родителей. И такую любовь Бог хочет, чтобы мы имели в наших сердцах. Слава Господу! Да. Давайте мы сейчас встанем, помолимся. Я верю, что Господь, Он способен восполнить это в наших сердцах, ту любовь, то почитание, то уважение как к нашим родным, так и к старшему поколению, которое у нас здесь есть в общине, в нашей Божьей семье. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, драгоценный, за Твое Слово, которое говорит «почитай отца и мать твою». Ты сказал в Новом Завете 7 раз «почитай отца и мать свою». Господь, и мы благодарим Тебя. Мы благодарим за то, что Ты нас учишь не просто правильным вещам. Ты учишь нас, Господь, приобретать радость, приобретать любовь и приобретать те ценности, которые многие из нас имеют, но мы не оцениваем. Мы видим то, что иногда дьявол исказил, мы по-другому на это смотрим. Но на самом деле Ты нам подарил большое благословение. Господи, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, коснись наших сердец, коснись наше сердце, коснись наше сердце. Мы хотим еще больше проявлять любви к нашим родным. Мы хотим еще больше любви, заботы физической, душевной, духовной, Господь, являть нашим родителям, нашему старшему поколению, нашим бабушкам, дедушкам. Господи, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что наши сердца, они приобретают еще больше этой любви. Мы благодарим Тебя за то, что мы сможем действительно через Твою любовь оценить то, что Ты нам дал. Те, которые заботились с самого детства о нас. Те, которые, может, не смогли заботиться, но мы знаем, что Ты в родительские сердца вкладываешь много любви к детям. Господь, мы просим Тебя, благослови, благослови. Господь, я прошу Тебя, помоги нам в нашей общине, в церкви, в этой Божьей семье, куда Ты нас поместил. Здесь так много мам, здесь так много пап, здесь так много бабушек, дедушек, которые Ты дал нам в этой Божьей семье. Помоги нам действительно достойно почитать, любить этих людей, почитать, любить этих мам, пап. Господь, мы просим Тебя, коснись нашего сердца. Коснись нашего сердца. Растопи наше сердце еще больше. Помоги нам действительно отдавать для наших родных и близких, отдавать то, что Ты сказал, дарите, почитайте, оценивайте их действительно. Потому что в Твоих глазах они ценнее, чем в наших глазах. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что и наши отношения с Тобой, они будут еще больше меняться. Мы благодарим Тебя за то, что это просто приближение к Тебе и к познанию Твоего отцовского сердца. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе. Аминь. Аллилуйя.
Знаете, здорово, что Господь восстанавливает необходимые истины для того, чтобы мы были благословенны. В первую очередь, все делая это, мы будем благословенны. Потому что вся Библия – это восстановление нашей полноты, восстановление наших благословений. Поэтому пусть это производит действие во имя Иисуса. И давайте мы вместе помолимся за эти прекрасные предметы, потому что мы знаем, что самые послушные предметы, да, которые не противятся тому, что им скажут. Поэтому приятно молиться просто. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Тебе все равно, что употреблять. И кульки, и пакеты благословляем, и салфетки, и все предметы, и жидкости во всемогущее имя Иисуса Христа, потому что мы знаем, что Ты можешь употребить все для того, чтобы принести благословение в жизнь Твоих детей. Поэтому мы благословляем все, что здесь находится. И пусть это приносит благословение, пусть это приносит исцеление, пусть это, Господь, разрушает всякие дела дьявола во имя Иисуса Христа. Пусть люди спасаются, исцеляются и освобождаются во имя Иисуса, во всемогущее имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты так благ. Ты так благ. Спасибо Тебе, драгоценный. Слава Тебе! Мы также хотим вас поблагодарить. Огромное вам спасибо за то, что вы помогаете, участвуете и практически, и финансово, и молитвами. Огромное вам просто спасибо, потому что мы вместе строим эту общину, вместе строим эту церковь, и пусть вас Господь обильно благословит и умножит благословение в ваших семьях, в ваших домах, на ваших работах, в ваших бизнесах во имя Иисуса Христа. И пусть будет умножение всего прекрасного от Него. Аллилуйя! Завтра бизнес-клуб на Нивках. Вот. Кто желает, приходите с 5 до 7. Домашние группы у нас по расписанию везде. Наша пасторская группа здесь будет стоять возле сцены. Мы можем еще помолиться о ком-то из вас. Скажите, кому благословение тебе на всю эту неделю. Увидимся скоро.